товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит конец.